Друзья, ну что, сейчас заезд. Октавия, А7, 1.8 же она, правильно? 1.8 турбо на S38. Полный привод. Все сделано прям по фэншую. Не на самой злой карте. Но сил 350-340 в этом районе. Буста еще есть куда добавлять. Дальше будет быстрее. В очень красивом синем цвете. В РС-очном. Для 1.8 Октавии. Но это чешка полноприводная. Они в таком цвете были. Прям смотрится на уровне FL-очка. Против BMW 320 на Stage 2. В ней сил 320. Едут они низкие, там 10-12 секунд. Все от софта зависит. Там MG Flasher. Быстрая машина. Посмотрим. Старт у них крутой. Посмотрим, что эта тачка сможет сделать. А коробка какая? 250. 50-ка родная, да? Угу. Ух, насколько на BMW за счет коробки автомата напрыгнуло, но, ребята, ой-ой-ой. Но надо-то поехало потом. Довольно-таки прилично, причем поехало. Что есть оно быстрее? Мы едем уже 180, а на пару корпусов да больше. Ну, отпустил, кстати. Сколько сил? 300 обещают? 118, если быть точно. Это прям на стенде? Да. Ну а там побольше будет, да. Чуть кладутся побольше, то что? Ну тут, видишь, из-за этого преднаката. Коробка себя бережет, он может на коробке автомат прыгнуть. Ну мы прям... Ну из 38, ребят. Из 38. Ребят, догоняйте нас, давайте 60 бахнем, пока никого нет. Готовы? Раз, два, три. Тихо, тихо, она что-то не поехала. Она не поехала у нас вообще. А что, может быть? Не знаю. А ты вот ехал, она сама так сбросила, не поехала, да? Угу. А со впуска нигде ничего не слетело у нас? Не, она не дует. Вообще не дует, да. Может, у нас пайп слетел? Давай здесь тормозим. Не знаю, мне кажется, софт рубанул. Надув, она уже без надува стала ехать. А вот был бы АПР. Ну да. Так, готовы? Раз, два, три. Ой, мы что-то чуть-чуть завтыкали. Друзья, буквально недавно наткнулся на новость, что с 10 мая с нашего рынка полностью уходят японские моторные масла. Думали уже расстраиваться, но казалось рано. Один японец все-таки успел сменить паспорт и остаться. Вот этот, Такаяма. Бренд вовремя локализовал производство и ввозит в Россию не масло, а технологии и компоненты. Поэтому санкции его не коснулись, хотя качество у Такаямы по-прежнему на высоком уровне. Все благодаря умной технологии Adaptec.
она моментально адаптируется под любые температуры и нагрузки. Поэтому улучшает защиту от износа всех узлов двигателя до 40%, причем в любых режимах эксплуатации. При холодном пуске, прогреве, плавном режиме езды, режиме старт-стоп, на высоких оборотах, экстремальных нагрузках или пониженных передачах. С такими заездами, как у меня, это супер важно. Такаяма хоть и локализовалась, но все так же отвечает всем требованиям самого распространенного международного стандарта качества GF5. Вот здесь QR-код, можете сами перейти и почитать результаты лабораторных исследований. Если вкратце, то масло показывает низкий показатель динамической вязкости, CCS, гарантирует безопасный и легкий пуск двигателя, обеспечивая защиту двигателя даже при низких температурах. Температура застывания у масла Такаяма просто отличная, а хороший показатель щелочного числа гарантирует отличные моющие и диспергирующие свойства, обеспечивают чистоту двигателя. Ссылку я оставлю в описании, от меня промокод AUTOVRN24 на скидку. Че, говорят, тут уже 450 лошадок. А зачем с BMW 300-сильный собрался ехать? Весело же. Ну что сделал, что сейчас? Все то же самое, 380 лошадиных сил, ИС-20 гибрид, выпуск 76 труба, под CHB банку разводку сделан. Впуск от CHB. Коробку только зашил. Так не убавлял ты мощность? Нет. Я понял. Не убавлял я мощность. 380 лошадиных сил, те как они были, так они и есть. Единственное, что залили другой софт коробки на тест. А, понял, понял. Посмотреть, как будет. А круче сколько мотор? Вот эта турбина, эта головка, сколько позволяет? 600-700. Дальше нет смысла. За 7, то есть нет смысла заводить? Можно, но я пока не стал. Я хочу просто тогда пружинку с тарелочками подкинуть и крутить его туда. Понял. Более безопасно. Чтобы уже не переживать. Так. Так, ну что, Тигуан, 2 литра турбо от цикл Миллера. ИС-20 гибрид против BMW 320 F30. Stage 1 мотор, Stage 3 коробка. Сил 300 лошадей он, короче, намерил. Здесь 380. Ну, аэродинамика и вообще другой класс машин. Раз, два, три. Три. Я у тебя стал. Распали. Ой, еще кот затух. Я коробку еще переключил. У нас что-то, погоди, давай заново. Мы не поехали вообще. Слина куда-то под КД пи***ла мне сейчас. Я ждал, короче, преднакаток на октаве. Она как е***ла, я же слюной подавился. Так, готовы? Надуваем. Раз, два, три. Сейчас я чуть-чуть просто. BMW или Tiguan? Все, как мы забираем, ты уверен? Во, во. Адаптируется, да, лучше ехать начинает. Прям вот. В комфорте ехал все это время сюда, даже не свалил ни разу. Скорее всего, из-за этого. Вполне может быть. Но нам с ним можно ходом проехать, я думаю, да? Да я думаю, что есть смысл еще с места дернуть. Да можно по-разному. Ну, давай попробуем. Как, с места ходом, короче? С места. Давайте еще разочек с места, а потом ходом сделаем. Слушай. Признавайся, уже походу давно поставил правильный мотор. Нет, все тот же славный. Что ты с этим циклом сделаешь, он так едет. Нет, просто коробочка хорошая, резина легкая теперь, кстати. Мишлен тяжелее был на пару килограмм. Даже так? Да. BMW это очень удачная машина. У нее хороший 2-литровый мотор, который едет. На программах, да, там 300 с небольшим силом выдает. И такая тачка точно на такой же мощности едет ровно с Туарегом, уже предыдущий кузов 4.2 турбодизель на Stage 2. Нормально. То есть Тигуан его в щепки рвет. Так там моторяка, там одна головка с этой двигатель.
Вот так вот. Нет, цикл Миллера реально едет у него вообще люто. Как бы я его не хаял, но у него он хуйня. Он заставил признать, что этот мотор едет. Наконец-то ты это признал. Реально едет очень хорошо. Ну что тут, ну, блядь, ребят, вон BMW. Она очень хорошо едет. Ну, тут даже старт, я удивлен. Мы сидим оба тяжелее, чем там оба. Водитель с пассажиром. Машина тяжелее, больше. Аэродинамики там никакой нет. Места еще больше. Ходом или как? Готовы? На счет три. Раз, два, три. Неплохо. Ну не, результат примерно такой же. Она у тебя, со второго заезда уже просто прикаталась, потому что ничего не поменялось. Вот сходу будет интересно, как поедет. Да? 60. Ну да, 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 так и поедет 60. Все, пускай. Раз, два, три. Удивительно, что из 20 раздувается ничуть не хуже. Хуже стоковой. Заставить кочегарить, это дорого стоит цены. Все для удовольствия. Все для удовольствия. Не, он еще и лупит ее постоянно. Я-то вижу в городе там. Пролетает мимо. Тачка у него каждый день ездит. Ну, там рассказывают, на один заезд. Блядь, знаете, сколько таких уже заездов было? Нет, вот я даже не представляю. Мне-то надо ездить каждый день на работу, с работы, с девочками погулять. Все как положено. Машины не предназначены для того, чтобы один раз выехать. Видишь, уже ходом прям получше результат был. Повеселее поехал. Поехал, да. И машина подприкаталась, чувствуется. Нету пинков, затупов. Да, да, да. Хорошо она едет. Но та типа побыстрее, да, вторая белая? Да, побыстрее, у него прямой выхлоп. 8 а заезжали? У меня полный сток. А заезжали? Нет, мы с ним не заезжали. А у него кто отшивал? Тоже MG флешка. А, тоже с телефонная, которая, да? У него только второй стоит, у меня первый. У него выхлоп прямой, у меня выхлоп полный сток. Даже катализаторы на месте. А, еще с катами, да? Да, с катами. А пробег почти 200 и каты? 194, ну, да, пробег в идеале. Ой, каты вообще в идеале. Пробег, каты в пробег идеале. Оригинальный, да, каты в идеале. Зимой вскрывал, смотрел. Ничего себе. А их не надо удалять уже к 200? Нет, проблем нет. Не обязательно, если нет проблем. О, ну, слушай, надо было с этого начинать. Ладно, хорошо, признаюсь. Это RS6 мотор, половина блока отпилена, поставлена, катушки RS6, свечи RS6. Пожалуйста, едем. Ух, б***ь, сток, говорит. 124-й. Открой! Ну да, не надо. Какой-то нездоровый звук. Походу, крутым перепонял, да? Домой точно дают. Ставь давай джету. Четырка Атма. Или джета Турбо. Много мы едем, 120. 140.
Раньше ехал, она пи***т тебя как по спирали. Давайте ходом. Раз, два, три. Где-то крутит, да? Ебать мой. Мне кажется, даже мотор просит подлиннее коробку чуть. Он легко ее раскручивает. Видишь, седьмой ряд, он вообще на 402. Не для ходов он как бы, да? Ну да. И то, вот, в принципе, у нее, ну грубо, третья уже прям перед отсечкой, это 402 метра. А какой конфиг у нее? Что за валы? 10,9. 315-я фаза. Ресивер Stinger Auto, 56-й дроссель. Форсунки Volvo 320-й. Бензонасос Вальпро. Седьмой ряд, 4.1 пара. Сколько она по воздуху выдала? Без понятия. Готовы, ребят? На счет 3. Раз, два, три. Поздновато. Сад Б6 еще, вот, помчал. Штырку догнать не может. Нельзя. Друзья, вот такой красавец. Тазы валит. Уебался весь. Приехал в белой маечке. Так. Ну что, Женек приехал на пассате реванш брать. У него тогда там что-то и не открывалось, не закрывалось, но это ладно. Что у него сейчас? На чипе тачка. Вот так вот. А это 200 сил Passat. Будет драть гранту. Едем на квотер. Посмотрим. Ну что, на корчах приехали с тазами, с токами заезжать, да? Давай, разворачивайся. Раз, два, три. Часть она у тебя не цепляется. Иди, давай! Один на один отъехать! Давайте! Раз, два, три! Ой, ты вообще провалился! Я ЕСП включил! Да! Первый раз ты лучше поехал! Сколько там скорость? 140! Слушай, Passat есть и сил на квотер, и Ренка стоп-стоп! Да не только на квотер, мы и дальше. Давай еще развернемся. Ты ж пусть тебе сядет. Готовы? Давайте. Раз, два, три. Опа. Passat сразу поехал с 60 лет. Тут гранта теряется. Ну да, ходом. Просто в щи разносим заводскую гранту. Просто вшивую. Все, притормаживай. Еще раз сейчас поедем. Тормозись. Что она у тебя так? На. Здесь у меня там верхний нажат? Да. Че это заводская гранта не едет ни хрена ходом. Выезжаем левый ряд. Так, готов? Давай, раз, два, три. Вот, сейчас поехал. Он, наверное, не с той передачи поехал тогда, или что это было? Все равно сейчас стоп гранту. Ну, пол корпуса взяли, но уже почти корпус, да? Поехали. Все, не было.
поезд Грента. 180. Ну да, ходом выезжаем. С места. Ну, типа быстрее, да, поезд ходом. Да. Это нормально. С места Грант лучше едет за счет, не знаю, чего. Я думаю, дальше он перегреет на 200, его на. Женек и говорит, ты, наверное, ждешь, пока я нагреюсь, чтобы меня объехать. Да. Хотелось, не получилось. Я знаю все его фишки. Так, друзья, читерский Cherry Tiggo 8 Pro, 1.6 турбо, передний привод против Тигуана, 2 литра турбо, 220 сил, в самом новом, ну, последнего поколения машина стоковая. Поедем с одной педали, потому что у него передний привод. Мы подумали. Смотрите, Гуан попер с места, а. Вот что значит нормальный мотор на Тигуане, а не вот этот вот цикл Миллера с Саной. Уехал. Прям хорошо уехал. Вот этот мотор едущий. А там был корок. И на чипе еще он был, что там, да? Да, Котяк. Синий, да. И мы от него прям хорошо уезжали. А тут, видишь, вообще без шансов улетел. Вот почему говорю, вот это на мотор. Вот покупает цикл Миллера, с ним надо столько танцев с болтом сделать, что, ну, что он поехал. А это вот сток берет и едет. Еще коробка ехала, плавно переключала, мы в спорте хоть ехали, да. Ребят, ну вот без разницы. Давайте 60. Вот эта машина и поставила все точки, расставила, сказал, что здесь, там нет чипа. Так, равняемся, все нормально? Поехали. Раз, два, три. А че, стой, подожди, она не едет. Стой, 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 мы что-то не поехали. Он вас зачитывает, сейчас не это делает машина. Нет, она нервничает просто. Едет? Мотор, да? Наверное, со второй, что она сейчас с третьей не едет. Сейчас, да, сейчас попробуем. И выключи кондиционер. Давай, да тут доедем. Ну, может, конди задушил еще? Да. Так, готовы? Раз, два, три. Он вообще шансов не оставляет. Че? Не скидывает лишь на вторую. А че ты сам не сделал? Нет, вообще третью поставил, на вторую не дается. А, вот тот так же купил. Мне неудобно 60, видишь. Давайте 80 еще раз. У нас, короче, не дает она на мануале вторую включить 60, а с третьей она вообще не едет. Поэтому нам либо 50, либо 80. Да давайте хоть 40 вообще сделаем. 40 нормально? Раз, два, три. Во, поехала. Ну, блин, Тигуан все равно ездит быстрее, да. Не, едет хорошо, Черик тоже, но, видишь, насколько большая разница в моторах, да, 2 литра у них, у тебя у багов. У него сток 220 сил. 30 лошадей, да. Да, да, да. Вот и вся разница.